Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обнародовал декларацию о своих доходах. Политик пошел на такой шаг, чтобы доказать, что не нарушал законов, получая прибыль от офшорной компании своего покойного отца Иэна Кэмерона. Глава Кабмина заявил, что у него были акции этого фонда, но он их продал еще до того, как занял пост премьера. Ранее у резиденции премьер-министра собрались тысячи недовольных его упоминанием в панамских документах, журналистском расследовании тайных сетей офшоров. Участники акции требовали отставки Кэмерона. К слову, панамский скандал уже привел к смене премьер-министра Исландии.